Ну что ж, друзья, с вами Валерий. Мы продолжаем проходить Редимер, Искупитель, так называется эта игра. Продолжаем кровавые похождения брутального Васи сквозь полчища мутантов и солдат корпорации типа Umbrella, так мы ее называем. Оп. Так, а что у нас, гаечный ключ кончился? Что-то так быстро. Так. Остался когтистая лапа. Получи. Давай, камон, бейба. Камон. Еще разок. Ну, все решит свинцовая пуля. Отлично. Двигаемся дальше. В потемках. Что это за херня такая? Василий Потемкин. Воу. Давайте. Молодцы. С монстрами полегче как-то справляться, чем с чуваками с автоматами. Здорово. Так, что, возьмем автомат, наверное. Порезче будет. И двигаемся дальше. О, сколько там. Ладно, меняем на пистолет. Отлично. Так, казним. Немножко восстановим жизни. Теперь можно взять автомат. Просит нас нажать Е. Поехали. Движемся наверх. Наверх — это хорошо. Это контрольная точка. Отлично. Вижу пилу. Можно кого-нибудь насадить. А всем плевать что-то. Оп. Давайте. Один пошел. Ну-ка. Второй пошел. И включаем функцию Гордона Фримена. Отлично. Прям как смачненько-то насадил. Так, что у нас здесь? О, не. Не-не-не-не-не. Туда я не пойду, там пукан. Блин, здесь пукан. Здесь место побольше, я смотрю. Можно как-то, наверное, справиться. Так, иди охладись. Отлично. Что? Давайте с автомата попробуем этого пукана злостного зафигачить. Поменяем на пистолет. Так. А, здесь у нас закрыто. Ладно. Ну, нормально вообще ты это придумал. О-о-о, когтистая лапа. Она здесь не одна. Отлично. Сколько крови. О, нет. Снова. Огромный дядька. Так, ну пускай он там справляется. Смотрю, чувачок с дробовичком. Главное, чтобы он все патроны не истратил. Но я почему-то не уверен, что так получится. Давай. А, все-таки убил его. Ладно. Так я его не зафигачу. В выпирающую руку. Ну-ка, пока он там застрял. И воспользуюсь моментом. Умирай. Есть. О, 5 патронов. Это что-то. Докричался. Было красиво. Так, ладно, движемся дальше. Здесь что у нас? Что это?
Клюшка для гольфа? Ну окей, давайте испробуем. О, пила. Ты пила или не пила? Воу-воу-воу-воу. Так, отлично. Да, заманал. Я про Q забываю, кстати. Про контратаку эту. Вечно. Забываю нажимать. А, смотрите, здесь еще одна бензопила. Ну ладно. Проморгали момент. Так. Что еще выше поднимемся? То, что мы поднимаемся наверх, это хороший знак. Значит, мы, возможно, скоро выберемся на сушу. Так, о, гаечный ключик. Так, ну иди сюда, я тебе сейчас болты повкручиваю. О, когтистая лапа пришел. Так, 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 так. Черт. Отлично. Ох, как это было красиво, а? Просто проткнул его. Насадил на штык. Вася любит насаживать, я смотрю. Ну-ка, давай. Так, электрическое... О! Пошел вон. Пошел вон. Отлично. Так, еще патрончик остался, кстати. Можно истратить, ладно. Здесь вот еще одно ружьишко лежит. Погнали. Автомат. Так, давайте автомат возьмем. Воу-воу-воу-воу. Давайте казним. Немножко восполним жизней. О, еще повылазили. Я тоже так могу толкаться, понятно? Да что ты не даешь мне казнить-то, этого ублюдка? Подходи. О, еще лезут. Они так и будут лезть. Только посмотрите, сколько их там внизу. Так, мне бы восполнить жизней. Давайте-ка это сделаем. Опа! Ну давай. Оп! Блин! Вася, не тупи. Отлично. Так, а погодите, а здесь что? А здесь ничего, здесь только палочка. Так, и автомат. Ну я так полагаю, сейчас будут вылазить. Я так и думал. Отлично. Да чтоб вас, а! Прыгуны херовы. Сюда иди. Вася, что за прием? А, давайте, нет, автомат возьмем. Лучше. О-о-о, здесь повылазили. О-о-о. Надо, короче, сделать вот так. Что-то я косой какой-то сегодня. Так, хпшка, отлично.
снова еще повылазил. Ладно, давайте постараемся сейчас. Казнью заняться. Отлично. Так. Понятно. У нас тут пукан. Ах ты, ублюдок. Еще один. Воу-воу-воу-воу-воу. Их целых два. Окей. Ах ты, ублюдок, а! Да что вы, а? Такие меткие, падлы. Хо, так. Здесь у нас палочка. Отлично, лифт. Вниз? Мы поехали вниз. Зачем мы вниз-то поехали? О, жесть. Сейчас я чувствую, будет жесть. Так. Шли вон, а. Мне нужно что-то посерьезней. Оп. Так. Так. И... А вот этого ублюдка есть. Больших всех вынесли. Отлично. С этими можно... Да блин. С этими можно так вот расправиться. Там я видел топорик, кстати. Еще бегут. Отвали! Еще, да откуда вы? Твари, а? Бесячие. Так, вроде все. Вроде все, с этими расправились. Окей. Пошли вон. Берем автомат. Воу-воу-воу! Отлично, вынесли. Еще. Отлично. Блин, патронов-то смотрите, сколько нормально так в автомате. Отлично. Там пукан. Ты заманал. Ружье. Воу. Сколько у вас тут, ублюдки? Так, один пукан готов. Нужен... О, автомат, отлично. Фу, это было жарко сейчас. Так, дробаш. О, он даже своим взрывом пуканистическим выносит мелких врагов, короче. Ну, вроде с этими здесь со всеми расправились. Движемся дальше. Так, оп. Вот это вот их движение сзади
Меня просто бесит. Еще лезут. Лезут. Просто вот, вот сколько их здесь в этой лаборатории? Просто миллионы, походу. Да заманал ты. Зачем голубых монстров разводят, которые сзади армянец? О, боже! Тебя еще не хватало, а? Воу-воу-воу. Так. Надо какую-то стену, что ли, найти. Чтобы он... Ну, давай злись, ну... Ох ты засранец, а! Короче. Ты меня заманал. Просто заманал. Че, не ударился об стену? Так, ну-ка, Боров, успокойся. Так, сейчас мы тебя... Мне нужно ружье, 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 где там ружье? Есть? Есть, отлично. Сальто Мортале. Через себя он сделал. Держимся дальше. Так, чё, штырь не будем брать? А, вот, кстати, клетка, откуда он вылез, получается. Так, я вижу лифт, а где у нас... А, о, вот кнопочка. Снова вверх. В комнате по центру ведет в инкубатор. Тебе нужно найти аварийный переключатель, чтобы разблокировать двери. Пипец, вы там посмотрите, сколько там чуваков огромных. Это ж просто жесть. Так. Отлично. И этих тут целая куча. Монстриков. Шел. Да заманал. Есть. Получи руку тебе. А что будет, если вторую руку? Как он ползать будет? Ну-ка, как ты ползать будешь? Вася, Вася, ты меня убиваешь. Так, топорик. Нет, давайте штыком походим. Ого. Да блин! Тут заманали. Так, пуканище. Сдохни, взорвись. Вы тоже... Ух ты, живучая тварь-то. Так, пекаль. Хотя бы пекаль. О, снова эти твари. Так, топориком тебя. Есть, вынесли. Здорово, здорово, великолепно. О, смотрите. Раз, стоит. Блин. Там какой-то трэш. Окей. Можно сюда еще зайти, смотрите. О, с дробашами! О, боже! Так, 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 пошли, пошли вон. Жесть. Выбрался. Пускай они там сами мочкаются. Все, все сдохли. А почему Васе плохо стало? Я что-то не понял.
О, ползут, ползут, уроды. Так, тебя мы казним. А, вот почему Васе плохо стало. Здесь пуканище. Развонялище. Отлично. Васе просто от запаха плохо стало. Глаза начало выедать. О боже, открыли дверь. Сейчас будет жесть. Там просто... Так, давайте возьмем топор. Он хоть побыстрее замахивается им. На полу что-то нету. Кровище, какие-то блювотина. Ну что, так, ладно, пуканище мы сейчас сразу сходу выносим. Отлично. А вот теперь у нас на очереди... Оп! Что он там, головой о пол, что ли, ударился? У нас на очереди Люлик и Болик. Так, так, так. О! Отлично. Ай! Воу-воу-воу! Есть, ударился там. Ай, ну Вася! Фу. Я думал, меня сейчас схватят. А меня схватывать нельзя, у меня жизни... Окружили! Получи! Так. Лёлик и Болик. Сейчас я вас... Ай, Вася! Ныряй. Ну-ка. Отлично. Так, давали пиндюлей. Ну-ка, Лёля, 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 злись. Боля и Лёля, злись. Отлично. Здорово. Ай, застрял. Жесть. Че он там колотится? Ну-ка. Лёля! Или ты Боля? Ух ты, засранец, а! Просто засранец. Ну-ка. Вот как? Вот как, а? Один вроде ударяется, и ему плохо, а второй... О, как у меня дороги, а! Так, злись давай, но! Молодца! Но не ударился, ни об чем. А, окружили. Так, шанс. Есть, один готов. Лёльку убили, остался Болька. Боля, Боля. Давай, давай. Отлично. И сейчас я тебя... Ну-ка, давай-ка еще. Повторим процедуру, Болик. Есть. И... Фу, отлично. Ну-ка. Так, не ударился, да не обча. Ну давай. Есть. И... Не достал я до него. Зато он меня достал.
Отлично. Да что ты? О, убил. Неужели? Ну, поехали. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать серию. Всего одну миссию пройдем, потому что она была какая-то трешовая и жесткая. Вот. Дальше, я думаю, такого не будет. Ну, как бы, я надеюсь на это. Такого трэша не будет. Но не факт, не факт. Вот. От этой игры я теперь не знаю, что ожидать. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. We'll be right back.